Так, нам на смену пора. Попов. Попов. И Попов открывает счет. Так. Пакет, ну, кому? Ой-ой-ой, шосток. А это сейчас могу опасно закончиться. Варфоломеев. Удаление будет у Нефтехимика. Ну что ж, поиграем в большинстве. Хороший шанс, чтобы отыграться. Хилен. Меркли. Ой-ой-ой, Попов. Ё-моё, уже 30 секунд просто в никуда потратили. Хилен смещается в центр. Будет бросать, бросает, и там чудом шайба залетает в ворота. Здоров. Ну что ж, смогли сравнять, смогли реализовать большинство. И сейчас мы еще реализовать второе большинство. Филин. 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 Бросок. Гарипов. Миф. Соколов. Ну, че, к чему? Что за пасы, ребята? Комара. Бросок, и это гол. Да. И опять же Нефтехимик выходит вперед. Филин. Шмаков. Так, шайба у вратаря. Нефтехимик. Это же третий период, в котором надо обязательно отыгрываться. Филин. Сразу побежал в атаку, но забить не получилось. А, не пошла передача на Филина. Ой, на Спунера. Спунер. Филин. Бросок! Это гол! Прям в девятиную. Спунер и Барберио в ассистентах у Филина. Кирсана. За своими воротами. Камара. Ой-ой-ой-ой-ой! Какую сейчас Камара отдал передачу-то? Там от штанги отскакивает шайба на крюк игрока Нефтехимика. Да. И опять мы отыгрываемся. Филин, и он очень быстро отыгрывает. Филин на одну шайбу, и опять счет становится равным. Пакет. Филин. Меркли, ну добить бы еще, вообще было бы замечательно. Седов, Меркли. Филин. Уходит от двух защитников, и это покер. Ник Меркли у него в ассистентах. Получается 94 очко уже у 20 номера Динамо. Седов. Или Сапега. Бархоми. Филин. Кальвишеба. Филин. Сапега, Сапега, попади ты в пустые-то. Как ты в пустые не попал сейчас, Попов? Ох,
Хо-хо-хо. Вот попади бы наш игрок в пустые ворота. Но нет, решили поделиться. Так, Филин, подбери ты шайбу. Филин. Вмещается в центр, будет бросать, бросает. Гарипов выручает. Шумаков хорошо выскочил. Скамейки запасных. Ну как так-то? Такой выход был сейчас. Витякин. Хорошо. Шестаков нас выручил. Гарипов. Что ж, первый поедет Филин исполнять? Нет. Штрафной бросок Филин не реализует. Теперь кто-то у Нефтехимика поедет, Порядин тоже не реализует свою попытку. Варфоломеев. И Варфоломеев реализует. Ну что ж, теперь что с таком? Спасайте, он спасает. И если сейчас Горбунов забивает, то минчане выигрывают этот матч. Нет, Горбунов не забивает. И теперь вся надежда на вратаря Минского Динамо. И все. Этот матч закончен. 5-4. Выигрывает Минская Динамо. Ну что ж, поехали. Филин. Пакет. Так. Что ты мне задел? Мне это не понравилось. Давай поподеремся, не? Хочешь драться? Ну ладно, тогда едь на скамейку штрафников. Спунер. Филин. Офсайд. Летунов, Орлов. Мартынов. Ну чё ты стоишь, ждёшь? Кого ты ждёшь? Мартынов. Бросок. И пустые там сейчас бы засунуть, но нет. Чё у нас сегодня с атакой, а? Ай, Юсато. Добрасывает свою четвертую шайбу в этом сезоне. А что с домиком? Шостак, что с домиком? Варфоломеев, бросок. Коновалов вручает. Варфоломеев. Ян. Кузнецов. Спунер. Бросает мимо. Варфоломеев, бросок. Там Спунер пытался принять шайбу. Варфоломеев хорошо сравнивает счет. Кузнецов и Спунер у него в ассистентах. Сквозь двух защитников бросают и нормально.
Интересно, Спунер появляется. Ой, нет, Козун в первом звене. Ничего себе. Так, пошли перестановки. Ой-ой-ой, пакет. Сравнивать счет без передач. Блин, как он там запихал эту шайбу. Так, опасная атака, торпедо. И Игорь Ларионов, младший, с передачей Кирилла Воронина, забрасывает третью шайбу в ворота Колосова. Ну, забить! Да, да. 3-3. Это 95-е очко Филина. Пять очков осталось. Сизов. Коваленко. Кручинин. Тут опасно. Кузун. И все будет хорошо. Спунер. Филин. Емелин выбрасывает шайбу. Филин. Яйца в центр. Бросает. Попадает там защитника, который лежал перед воротами. Мартынов. Мартынов. Такой выход и не реализует. Мартынов. Прямо в Куйбакова. Филин. Бросок, это гол! 81-я шайба. Какая нужная эта шайба. Главное, чтобы сейчас Спунер выиграл. Спунер выиграл. Филин успеет. Бросает, но мимо вообще ворот. Ну и неважно. Главное, что выиграли. 4-3 окончательный счет в сегодняшнем матче. В этом матче.